Всем привет, с вами Киноазбука, и это я, Артём. Сегодня у нас слово на букву «Б». Блокбастер – это фильм, на который выделили много денег и думают, что он взорвется, и ему еще придет больше. Блокбастерами называют фильмы о приключениях, экшн-фильмы и супергероев. Всем привет, с вами Ярик, и Кинотрафик продолжает рассказывать вам о блокбастерах. Давайте же узнаем, как это переводится в буквальном смысле. Разрушительный квартал, либо же взрывной квартал. И давайте узнаем, почему же так? А все потому, что звуки билетов, когда штамповали их на первый блокбастер, очень напоминали какое-то разрушение, либо взрыв. И поэтому их так прозвали. Ну и первым таким фильмом стал фильм «Челюсти» от знаменитого режиссера Стивена Спилберга. Он не ожидал, что этот фильм выстрелит, но он стал первым блокбастером. В блокбастерах, о которых все знают, я приведу простейшие примеры: «Титаник» и «Аватар», «Мстители первые», «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители 4. Финал». Ну и интересный факт, слово на засыпочку. Бокс-офис. Что это такое? Это касса, которую фильм собирает с первых продаж билетов. И это именно то, на что надеется режиссер больше всего. Потому что дальше уже вряд ли фильм соберет много. Я побежал покупать билеты. Ну и прощаюсь с вами. Всем пока! Всем пока. С вами был Артём. И ловите наше слово в следующем выпуске.